Проблема недохопу места у дитячих садах Гомеля повстала кропкова. Перш за все, она закранула новые микрорайоны – Новобелицу, Мельников-Лух, 18 и 19 районы. Особливо востро питание дитячего навучания стояло для дятвы во узросте от 3 до 6 годов. Зараз эта тема не критичная, у Гомеля дефициту нема. Каб вырашить проблему, организовали батьковские маршруты до ближайших дошкольных установ, где места ухапая, а так само реорганизовали особные помешкание садов. Было всем детям предоставлено места на сегодня. За счет бюджета было выделено нам порядка 300 миллионов рублей именно на открытие этих дополнительных групп. И порядка миллиарда это были привлечены деньги, которые нам помогли спонсоры, частные предприниматели, для того, чтобы создать условия. Дитячие сады для открытия додатковых групп отбирались, заходячи с махчимостью пристосовать помешкание для знаходжения детей. Частей за все ранее это были кабинеты социальных работников або спортзалы. Сегодня здесь группа. Но это не говорит о том, что ребята остались без спортивного зала. Спортивные занятия мы будем проводить в музыкальном зале, который сейчас оборудовали и сделали его музыкально-спортивным. Так, дякуючи додатковым группам, каля 500 детей сегодня святкавали День Веда у дитячым садку. Усё, что было запланавана, выканана, але ўжо зараз ведуцца работы для открытия новых мест у дошкольных установах у наступным навучальным годзе. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».